Всем привет! Сегодня в гостях у нас две посылки. Это обе посылки, это MP3-плееры из магазина GearBest. Они немножко разные. Оба плеера Bluetooth. Пользуюсь Bluetooth-наушниками и очень их люблю. И, соответственно, купил Bluetooth-плеер Ruizu X18, который оказался полным щем. То есть, если сокращенно. Вот, поэтому я выбрал еще два плеера. Купил их, и один я оставлю себе, ну а второй либо продам, либо куда-нибудь еще его дену, поэтому взял. Сейчас у нас будет распаковка этих двух плееров, а потом отдельным видео я сделаю сравнение и сделаю вывод, каким плеером я буду пользоваться. То есть сейчас мы их распакуем, посмотрим, какая комплектация у них, все на них посмотрим просто визуально, просто распаковочка. А через время я сделаю видео уже, когда ими попользуюсь немножко, и тем по очереди. Сделаю сравнительное видео, ну как в случаях с наушником. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, будьте с нами и так далее. Вот, первый, это Benji, Benji Bluetooth, вот, серию я не помню, так, GB88982011, вот так вот написано, напишу, К8, вспомнил, К8, на нем прям написано, а я голову ломаю, серии считаю. Такая вот заглушечка, в ней идет сам плеер вот такой вот тонкий. Вот, в комплекте идут наушники, никуда не годные. Ну как, можно ими пользоваться, то есть если у вас нету других наушников. Комплектный кабель, обычный кабель стандартный. Такой, кстати, мне недавно приходил точно такой кабель с каким-то из телефонов. Я не помню с каким, но точно такой кабель приходил. Вот, и user manual на английском языке. Отлично все здесь. Какие кнопочки понажимать и так далее и тому подобное. То есть все. Имеем, что у нас? User manual, наушнички, кабель зарядный и сам плеер. И давайте посмотрим на сам плеер. Плеер в пленочках. Мы их обдираем аккуратненько. Потому что, ух ты. Боковая вот эта вот штука, она, ну, корпус боковой, то есть боковушки все, они металлические, пластиковые кнопки, а вот вперед и задняя крышка, это пласт. Немного перефокусировался, ну и давайте посмотрим. Спереди вот такое вот меню, с правой стороны у нас кнопки управления громкостью, задняя крышечка вот такая, 8 гигабайт здесь встроено, вот здесь у нас кнопка включения и, по-моему, включение. Да, и слот для карты памяти. Снизу у нас micro USB для зарядки и 3.5 вход для наушников. Все работает, все на английском языке. Я думаю, можно поставить русский. Так, set, play mode, display set, наверное, вот. Ага, language и русский. Так, память заполнена, дата, время. Информация, а почему память заполнена? Память заполнена, то есть русский, и выбрать русский, память заполнена. Нет, выбираем обратно английский, потому что русский, тут сразу понятно, что я просто сломаю себе мозг, если буду пользоваться этим недорусским. В данном, здесь как бы, ну, не перевод, а хламиндов. Выключение, включение, кнопочка громкости. Ну, все отлично, в общем, работает. Давайте дальше пойдем. Этот откладываем. Наверное, я им первым буду пользоваться. Или хотя, наверное, вот этим будет лучше первым попользоваться. Потому что подозреваю, что после Benji мне так понравился первый. Без не Bluetooth я для племянницы покупал. Он мне так понравился, что, ну, он был толще, конечно, в два раза. Здесь такая ушко еще было. Есть видео. Он мне так понравился, что Ruizu вообще рядом не стоял. Итак, все заклеплено. Вот такой вот маленький он. Он меньше. Он с такой специальной. Вот. Смотрим, что у нас здесь. В такой пластиковой штучке у нас идет плеер. Это у нас дальше идет такая упаковочка уже. Вот. Она достается. Но не обязательно ее доставать. Ее можно оставить внутри. Так, прилипаем.
То есть ее можно оставить внутри, просто открыть и доставать из нее все, что есть. Кстати, наушники вот эти вот, по-моему, они лучше, чем Benji вот эти. Так, ну, как бы похожи по модели, но звучат они, по-моему, насколько я знаю, лучше. Вот, ну не суть, потому что мы оба будем плеера использовать с наушниками Bluetooth. Вот, кабель почти такой же, как здесь. Немножко цвет отличается, такой желтоватый. Но они очень похожи. Обычный такой простенький вообще кабель. И инструкция. Инструкция и гарантийная карточка на китайском языке. И какая-то наклейка. Этот плеер отключился сам. Видите, мы его не трогали некоторое время. И он сам отключился. Написал «See you». Типа «До встречи», «Увидимся». И инструкция на английском языке. Это нам подходит. С обратной стороны китайский. Это нам не подходит. Давайте теперь посмотрим на него. Здесь есть такая вот клипса. Алюминиевая. То есть, ну, или может сплав какой-то. Ну, алюминиевый сплав, скорее всего. Вот, экранчик здесь маленький. Ну, отлипать не буду пока. С этой стороны у нас громкость и клавиша возврата обратно. И выход для 3.5. Вот здесь у нас микрофон диктофона, я так понимаю. С правой стороны у нас зарядочка. Наклеечка, гарантийная наклеечка, она сдерта. То есть заднюю крышку, я так понимаю, что снимали, потому что здесь нету кусочка гарантийной наклеечки. Я здесь ее не вижу. То есть могла она где-то прилипнуть, но вот ее нету. Вот, ну и снизу он off. Причем качелька такая, что lock. И он off просто включается. Вот нажали вот так. Или нажать и подержать надо. Понятно. Скорее всего, он полностью разряжен. И нужно его зарядить. Вот. Ну, уже более детальные характеристики. И более детальное видео про них. Давайте я их два рядом возьму. Вот так мы на них посмотрели. Ну все, более детальное видео о них я уже расскажу, когда я ими попользуюсь. Будет обзор сравнения сразу на оба плеера. То есть я вначале попользуюсь с месяцок один, с месяцок другим. Или может там по пару недель попользуюсь. Сделаю выбор свой, который мне больше понравится. Кстати, он легче, намного легче, чем этот. Вот. Но по звучанию говорят, что он довольно-таки хороший. И вообще и по управлению хороший. Я по обзорам выбирал. То есть вот эти два, на которых я остановился. Здесь клипса можно прицепить на одежду. То есть удобно должно быть. Причем это же Bluetooth. То есть вообще как бы очень удобно должно быть все у нас теперь. На этом распаковку заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!